Лестница дьявола. На Гороховой улице есть таинственное место, которое носит название Ротонда. Ряд обстоятельств привел к тому, что обычный жилой дом, построенный купцом Юстиновым, в 1827 году стал сосредоточением загадок и тайн. Все они связаны с легендой, что в этом доме проходили тайные собрания членов масонской ложи. Тайны, потому как масонские организации были официально запрещены в России в 1822 году. У подножия лестницы в доме на Гороховой находится небольшая дверь, ведущая в подвал, в котором якобы новообращенные братья проходили обряд посвящения. Чудеса в этом доме происходят и сегодня. Рассказывают, что те, кто пытаются проникнуть в подвал, быстро стареют и сходят с ума.